Итак, ребят, сейчас я вам покажу, как подключить камеру заднего вида на примере моего автомобиля. Значит, у нас есть очень много разных камер заднего вида, и на примере одной из них я вам покажу, как это все делается, а потом я подключу каждую, чтобы вы посмотрели, как они отличаются на внешний вид и как они работают. В комплекте с каждой камерой идет, собственно, сама камера. Кабель для проводки, то есть от камеры заднего вида до монитора, к которому мы будем подключать. И, соответственно, вот такой вот кабель питания. Смотрите, вот это комплект одной из камер. Все комплекты одинаковые. То есть у нас есть камера заднего вида. Допустим, мы вывели ее назад, прицепили. У нас в багажник выходит два вот таких вот кабеля. У нас еще есть питание. Соответственно, вот эту часть мы подключаем к красному питанию, которое идет от камеры. У нас еще есть вот такой длинный кабель, который позволяет провести от самой камеры до магнитолы или навигатора, в общем, куда вы будете выводить это изображение. Он абсолютно одинаковый в двух сторонах, то есть и здесь тюльпан и красный кабель, и здесь тюльпан и красный кабель. Без разницы какой стороной, мы проводим, допустим, одну сюда, мы вставляем тюльпан в тюльпан, дальше кабель питания вот этот, к нему мы прицепляем к плюсовому, это красный, его нужно отделить. Плюсовому кабелю вот этот кабель. Черный мы можем покинуть на массу автомобиля, то есть на кузов, любо, без разницы куда. А вот эти два плюсовых кабеля, которые от камеры, их нужно прицепить к фишке задней скорости, если вы хотите, чтобы срабатывала на заднюю передачу. Смотрим. Смотрите, я нашел фишку, задняя скорость у меня, к ней просто подключил два плюсовых кабеля. Это один, который идет от питания камеры вот этого, и второй, который идет с тюльпаном, который я только что показывал. Все это подключил к фишке, к задней передаче. Ну, то есть, когда выключаете заднюю, она дает плюс. У нас остался вот здесь желтый тюльпан и, соответственно, кабель питания. Все. Теперь мы берем любую из камер, например, я беру вот эту, и все это дело необходимо подключить. То есть вы по-другому не перепутаете, соответственно, красный к красному плюсу, желтый тюльпан к желтому. Вот таким вот образом. Все это дело подключаем. Вывели камеру, просто положили, и теперь перемещаемся в салон, я покажу, как ее подключить к нашему монитору. Значит, вот мы вывели, собственно, вот этот один тюльпан и плюсовой кабель. Берем нашу магнитолу, и в магнитоле обязательно, ну или это магнитола, или это экран для камеры наблюдения, есть выход come-in. Вот так вот называется, видите, come-in желтого цвета. Соответственно, вот этот тюльпан нам необходимо подключить выход come-in желтого цвета. А вот этот плюсовой кабель, который идет от тюльпана, подключить к розовому кабелю от фишки нашей магнитолы. Или он же называется реверс. Вот сюда мы просто подключаем плюсовой к розовому кабелю. Не путайте, то есть плюс от тюльпана не нужно подключать на плюс магнитолы. Здесь есть специальный кабель для камеры заднего вида, вот такой вот розовый. Подключили, после чего наш тюльпанчик вставляем в выход камин, а вот эту фишку, магнитолу, и все можно запускать. Так, ребят, мы подключили, включили нашу магнитолу. Теперь смотрите, я включаю, допустим, зажигание, ничего не происходит. Ну, включился бензонасос, и мы просто-напросто включаем заднюю передачу. И автоматически, ребят, смотрите, срабатывает камера заднего вида. Как только я выключаю заднюю передачу, она пропадает. То есть это удобно, вы можете, например, ехать слушать музыку. Вот вы слушаете, допустим, музыку, включаете камеру, то есть включаете заднюю передачу, камера автоматически срабатывает. Выключаете, она выключается. То есть сложного ничего нету. Сюда к розовому кабелю, желтый тюльпан к выходу камин. Там точно так же, все плюсы к задней передаче, к фишке задней передачи, а один из выход на камеру питания, то есть это к камере. И все. Давайте теперь я вам покажу, какие, собственно, есть камеры заднего вида, все их попробуем подключить. Итак, ребят, давайте сразу вам покажу, какие есть камеры заднего вида. Сразу скажу, что все камеры заднего вида, какие они не были, то есть комплектация у них одинакова. Это, собственно, сама камера, это силовой кабель к камере и в тюльпаны к магнитоле и к камере заднего вида. Итак, ну первое, естественно, это вот эта, которую мы уже подключили. Собственно, выглядит она вот таким вот образом. Я сейчас покажу, как они выглядят, а потом, соответственно, каждую мы подключим и покажу, чем они отличаются. Отличаются они только внешним видом, диодами, которые вот здесь находятся, и, соответственно, углом обзора. Давайте начнем
с... Ну, сначала, во-первых, это врезная камера, которая врезается в бампер. Возможно, кому-то понравится, возможно, кому-то не понравится. Модель 301, ребят. 301 камера, значит, выглядит она вот таким вот образом. Это просто обычный квадратик вот такого типа. И здесь по бокам, по углам 4, соответственно, диодика. Вот такая есть камера. Дальше. Дальше вот это у нас камера модель HD101. Это тоже, ребят, квадратик, и по бокам 4 диодика, но можно видеть разницу, что здесь отличаются объективы. Как вы видите, один белого цвета, второй черного. И как я проверил, черного, тот, что черный цветом, он, угол обзора в него побольше, чем в того, что белого цвета. Так, дальше. Дальше у нас идет камера HD102. HD-102 это как раз вот эта камера, это тоже квадрат, который по периметру кругом находятся LED-диоды, которые очень хорошо светят ночью, и реально ночью они помогают. Дальше у нас идет камера 303. 303 это вот такая вот камера, собственно, выглядит без диодов. Дальше у нас камера идет 304. 304 это... Точно такая же, только с, смотрите, то есть они практически идентичны, видите, только, соответственно, там белый и там черный объектив. Там, где черный, угол обзора, говорю сразу, будет лучше. Так, следующая камера, это у нас 302. Смотрите, 302 это тот же квадратик, только он немножко все-таки отличается объективами. Опять-таки, видите, то есть там черный, там он белый. Вот таким вот образом. Там, где черный, напоминаю, в каждой из камер это лучший, значит, лучший угол обзора. И последняя наша камера, это у нас HD104. Здесь у нас находится... Вот такая вот камера, она отличается, потому что, во-первых, здесь белый объектив, но, видите, здесь по периметру стеклышко, то есть они поближе, вот эти LED-диоды, они ближе друг к другу, их здесь реально больше. Вот такие, собственно, камеры у нас есть. На каждую ссылка будет в описании, можете перейти, посмотреть и заказать. Дальше, кто, у кого нету магнитолы, которой можно подключить эту камеру, у нас есть в наличии вот такой вот прикольный экран. Специально он предназначен для камер заднего вида, он ставится на торпеду, вот таким вот образом. Ее можно наклонить вперед, назад, вот таким вот образом он выглядит, ставится на торпеду, и к нему тоже можно подключить камеру заднего вида. Соответственно, на выходе у нас одно питание красного цвета и два тюльпана. К нему можно подключить даже две камеры заднего вида, но будут они работать поочередно. То есть можно спереди поставить и сзади. Ссылка на него тоже будет в описании, поэтому кто захочет, может его, конечно же, заказать. Теперь, ребят, я поочередно подключаю камеры заднего вида и будем смотреть на экране, какая как показывает. Первая камера это у нас самая первая, то, что я и говорил, врезная камера. Называется она 306, короче. 306 камера выглядит вот таким вот образом. Я просто ее ложу на бампер и идем смотрим, как она будет, соответственно, снимать. Чтобы проще все это дело делать, я просто-напросто включил заднюю передачу. Вот сейчас включу ее один раз. И, соответственно, после чего я просто буду включать и выключать зажигание. Смотрим, первая камера. Сработал парктроник. Ребят, я подключил камеру 301 квадратик и по периметру 4 диода. Показывает она вот таким вот образом, у нее угол обзора реально побольше. Вот можно видеть, что видно и машину вторую, и к воротам большое расстояние. Дальше у нас камера HD101. То есть отличие, что здесь есть дополнительные линии. Дальше у нас камера 303. Показывает она вот таким вот образом, с нее тоже есть дополнительные линии, примерно угол обзора тот же. Дальше у нас камера HD102. Показывает она, у нее, по-моему, угол обзора еще побольше, чем у предыдущей, но точно так же у нас находятся дополнительные линии парковки. Дальше у нас камера 304. Показывает она перевернутая, но она сама переворачивается. Здесь примерно, здесь похуже, честно говоря, вот здесь угол обзора меньше. Здесь у нас камера 302. О, это показывает хорошо, угол обзора чуть поменьше, потому что вот видим, камера близко снимает, но дополнительных строчек парковки у нас уже нету.
Дальше у нас камера HD 104 с приставочкой HD, камеры показывают намного лучше. Ну и здесь, как мы можем наблюдать, угол обзора опять-таки огромный, ворота далеко, дополнительных строчек парковки очень нет. Просто, если кому что-то было непонятно, можете в комментариях писать, мы с удовольствием на все ваши вопросы ответим. Оценивайте наши ролики, ну и не забывайте подписываться на наш канал Optonet. На каждую из этих камер ссылка будет в описании, так что можете перейти, посмотреть, изучить и, конечно же, заказать. Всем удачи, всем пока!